Пересмотрят и правила использования пенсионных накоплений, об этом заявили в Министерстве промышленности и строительства. К примеру, предлагается увеличить сроки накопления средств из единовременных пенсионных выплат на депозитах от Басэбанк с 3 до 8 лет. Кроме того, у супругов появится возможность уступать друг другу депозиты. Отмечу, порядка 135 тысяч казахстанцев перевели средства из единовременных пенсионных выплат на депозиты. При этом они до сих пор не оформили ипотечные займы. Все предложения находятся на обсуждении на портале «Открытые данные НПА».